бомба. А что говорили, что можно как-то прям делать? Ну, не так, да. Но для этого мне нужно высоты побольше. Сейчас такая погода, что я не могу высоты только снижать. Ребята, Гудаури, Грузия, Анатолий, Руслан. Да, очень круто. Да, всем рекомендую, да. Всех сюда буду рекомендовать, везде отправлять, да. Приезжайте, катайтесь, приходите. Я дождь был. Ну как бы не дождь, а так было. Ну и конечно был вариант. Такие луга.